В городе Пермь продолжаются 10-е зимние сельские спортивные игры. В них принимают участие более 700 спортсменов из 45 регионов страны. В состав сборной Самарской области входят и наши земляки. Во второй соревновательный день 18 марта они вновь выходили на арену, чтобы продемонстрировать свое мастерство и внести посильный вклад в общий зачет. Днем в четверг состоялись лыжные гонки. В отличие от вчерашнего соревновательного дня, когда спортсмены выясняли отношения к классикой, на сей раз им предстояло бежать свободным стилем. Женщины преодолевали 5 километров. Наша Елена Лазарева выступила блестяще. Сергиевская спортсменка замкнула десятку сильнейших. Мужчинам предстояло пробежать 10 километров. В честь сборной Самарской области здесь защищают Сергей Глушков и Вазген Гакарян. Всего на старт вышло более 60 спортсменов. Сергей Глушков в итоге финишировал 39-м. Вазген Гакарян показал 24-е время. В троеборье дойеров губернию представляют Галина Осипова и Вера Корягина. Если вчера они также выходили на лыжню, то сегодня им предстояло продемонстрировать мастерство в сборке-разборке доильного аппарата. В итоге Галина Осипова завоевала 22-е место, Вера Корягина показала 26-й результат, отстав от своей подруги по команде на 30 секунд. Завтра наших участниц ожидает силовая гимнастика.